Все продукты на стендах натуральные, сделаны из ивановского сырья. В филармонии открылась выставка сельхозпроизводителей региона, приуроченная к профессиональному празднику. Предлагают попробовать колбасные изделия, кондитерские изыски и многое другое. Особенно широко представлен ассортимент сыров. В нашем ассортименте присутствует сыр моцарелла. Это молодой сыр, незрелый, который подходит для пицц, горячих бутербродов идеально. Также российский сыр и сливочное масло. Также в нашем ассортименте есть колбасный сыр, который по вкусу напоминает вкус детства. Один из стендов принадлежит ивановской компании «Риад». Сеть продовольственных магазинов имеет в городе свое производство. Особенно гордятся пекарней. Там производят десятки видов пирожных, торты, хлебные изделия. Не хуже и ассортимент молочной продукции. Представлено все от сметаны и творога до йогурта и сыра. Спрашивают про хлебобулочные изделия, про мясные изделия, про торты, пирожные. Очень все удивляются, что это все у нас происходит здесь, прямо в городе. Вот. Ну, естественно, коровы у нас живут в другом месте, но все остальное здесь. Поздравить сельскохозяйственников с профессиональным праздником приехал глава региона Станислав Воскресенский. Побеседовал с руководителями фермерских хозяйств, выяснил, чем могут помочь областные власти. Можно совсем скромно там, ну, пару миллионов буквально построить. Смотрите, у нас же, во-первых, какие-то гранты есть. Во-вторых, мы сейчас, дайте нам еще пару недель, мы представим на общий суд вообще систему поддержки малого бизнеса, которую мы придумали. Я же хочу, чтобы у нас именно для малого бизнеса была самая удобная система поддержки в Центральной России. Это не фантастическая, а амбициозная задача. Я думаю, мы это донастроим. Тут же иной раз надо помочь вам, например, в доступах к разным федеральным программам. Там же есть деньги. И микрокредиты разные и так далее. Станислав Воскресенский напомнил гостям выставки о том, что для них разработана большая программа поддержки и предложил обратиться за ней в профильный департамент. Сам губернатор попробовал моцареллу из села Анькова. Сыр понравился, вкусный, достоин продуктовых магазинов Ивановской области. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.